На трассе Орск-Оренбург водитель 53-го года рождения за рулем «Матиз» не справилась с управлением и слетела в кювет. В результате ДТП она и ее пассажирка 64 лет скончались. Эту информацию подтвердили корреспондентам Орск.ру в областном УМВД. В ведомстве добавили, что 69-летняя водитель за рулем «Матиз» двигалась со стороны Оренбурга в сторону Орска. Не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля в кювет в левую сторону по ходу движения. В результате ДТП водитель и ее пассажирка скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.